Здравствуйте! Данный видеообзор мы делаем на препарат, который купили в магазине «Шиншилка» под кодовым номером 13863. Данный препарат называется «Амилодол мини». Это 90 мини-таблеток, энзимы для пищеварения от производителя компании «Долфос». Препарат «Амилодол» назначается в ветеринарной клинике ветеринарными специалистами. Это энзимы для пищеварения, натуральные ферменты пищеварения, которые обеспечивают переваривание белков, жиров и углеводов. Рекомендуется данный препарат для животных при панкреатите. Данный препарат рекомендуется как для кошек, так и для собак. Это таблетки маленького размера, удобные для того, чтобы дать маленькому животному, такому как котик, таким как собачки породы чихуа, не крупным породам собак. В составе данного препарата амилаза, липаза и протеаза. Это ферменты, которые помогают пищеварению. Сейчас мы откроем данный препарат и посмотрим, как выглядит он изнутри. Вот я открыла коробочку. Новая упаковка, 90 мини-таблеток. Вот таким образом эти таблеточки выглядят для того, чтобы дать вашему животному. Это маленькая таблеточка. Вот наше маленькое животное. Препарат «Амилодол». Вот таблеточка. Животное охотно эту таблеточку кушает перед едой, для того, чтобы эта таблетка облегчила животному пищеварение. Данный препарат мы принимаем, это уже вторая баночка, которую мы заказываем в интернет-магазине «Шиншилка». Из наших наблюдений могу сказать, что препарат эффективный, это биодобавка. Она работает в комплексе с другими препаратами, которые назначаются при хроническом воспалении кишечника и панкреатите у собак. То есть положительный отзыв, мы довольны нашему животному этот препарат. Состояние хронического воспаления кишечника, плохой перевариваемости продуктов питания, корма облегчает. Поэтому очень хорошие рекомендации. Спасибо магазину «Шиншилка».